Элита Артплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Мы продолжаем прохождение Ведьмака 3-го. Не знаю, как вы, я ловлю такой кайф от этой игры, просто шедевр. Каждая серия для меня это удовольствие. Короче, что мы сейчас делаем? У нас проблема, у нас ломается оружие, чинить его нечем, кузнеца нету рядом. Конечно, можно куда-нибудь в город, да, другой уйти, но нет. Попробуем сначала убить... Ну, очевидно, что там, да, за этим забором, там есть городок, это очевидно. Чтобы туда попасть, нам нужно, скорее всего, убить этого монстра. Нажимаем на M. Не знаю, зачем все нажал. Нажимаем на G. И выбираем. Дикое сердце, нет. А где... А, вот. Ведьмачьи заказы. Это я обожаю. Чисто случайно взяли это задание, просто интуитивно нажал на человека рандомного. Нормально, доберемся. А у нас просто нет выбора, понимаете? У нас нету выбора. Нету. Я вот не знаю, оружие теряет эффективность, когда оно сломано. Оно еще не совсем, не совсем еще сломано, но как бы все к этому идет. Здесь у нас все хорошо? Здесь вроде ничего нет. А, тут мужик фальшивый. Ну пойдемте, он здесь где-то был, да? Ладно, придется выполнить это задание. Фальшивые бумаги. Я помню, где-то в этом месте было. Вот оно. Ну, другого варианта нету, поехали. А где мужик сам? Ну? Ты ударишь кого-нибудь? Во. Ну, они сильные, смотрите. Как я понял, нам нужно защищать мужика. Ну давай, мразь. Они реально какие-то жирные стали. Или я стал слабый, подождите. Я же бодибилдер, почему так? Что за проблема-то назрела мгновение спустя? Не понимаю я этого. Зря. Вроде все нормально. Так, тихо, не кипишуй, чувак. Поднимаем пока лут. У нас, кстати, мы продали оружие, то есть у нас есть еще место. У нас местечко еще есть. Пойдемте поговорим. Ну, что делать, если так близко задание? Чего тебе? Работа у меня для тебя есть. Я так понимаю, ты же ведьмак? Что нужно? Чтоб мои люди спокойно дело закончили. А то здесь одни трупоеды. Избавься от них, так мы с тобой что найдем, поделим. О, видали, там мужик, короче, идет без руки. Рядом с ним. Согласен. Вот этот мужик, по-моему, без руки. Он без руки был на видео. Что вы врете? И. У него, наверное, был, короче, баг, у него не было копья. И как будто без руки шел. Вы можете перемотать, посмотреть. Так, мы его защищаем. То есть сейчас мы должны стоять на одном месте, по идее. Да, вон они бегут. И главное, чтобы его не убили. Но они сильные, гули, ой, толстые. Да пошла сюда, мразь. Да мне посрать, у меня защита мощная. Так, где мужик? Видите, а он прыгает на нашего этого, дауна. Ты живой? Хорошо, сохраняемся. Это же еще не все, как я понимаю, или это все? Так, яд подобрали. Это все? Проваливай, покуда ноги целы. Нет, это не все. Вон они бегут. Шикарное начало. Не, самое главное, где-то мужик тот. Вот он. Видали, они нас почти вообще не пробивают. Нам бы найти вампиризм, да, чтобы мы били, и у нас шоу реген, и все. Мы будем неубиваемы. Нет. Вот это команда убить. Они еще отпрыгивают, мрази. Видали, вообще не пробивают, это очень хорошо. Так, ты живой, да?
Ладно, что, наверное, будет еще одна волна, хорошо. Оружие-то ломается, ломается. Вон она, тварь. Это уже не гуля. А, вот они, блин, их здесь много. Все рванет пукан. Не уходим, не уходим от мужика. Нет, 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 нет. Стой, 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 стой. Я его... А его убили, что ли? А как его убили? Подождите, не, не, не пойдет. Не хочу я. Как его убили? Встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием... Мы сохранились перед последней волной. Вот он. Все, стоим здесь, не уходим. Нам сказали его защищать, а его убили, ну ты бред. Зря этого пошел, конечно. А давайте возьмем эту руну. Вон они идут, мрази. Тихо, тихо, тихо. Пофиг на меня, главное, чтобы этот выжил. А, ну его убивать в любом случае. Да что за бред? А как? Ну ладно, последний раз пробую. Я не знаю. Что за бред? Все, последний раз. Ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений. Его убивают с одного удара. Ну ладно, значит, это по сценарию. Другого варианта я не вижу. Но это бред. Пойдемте попробуем напасть сами. Не будем ждать. Вот они сейчас все здесь бегут, да? Вот, они сзади меня, больше там нету. Так, один отошел, я вижу, один отходит. А, вот, ну мужика убивают. Все, его убили, да? Блин. Нет, вот он, смотрите, он пока живой. На него нападает один. Бейте меня, мудаки, бейте, бейте, мне срать. Он пока живой, допустим. Там один нападает сзади него. Так, тихо, 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 где ж ты, где ж ты? Он живой, хорошо, допустим. Их очень много, реально. Какие же они жирные стали. У меня, по-моему, оружие вообще не бьет, кстати. А, убили его. Ну да, да, по сценарию, понятно. То есть, до этого вспомните, сколько их было. Руки, это, штуки три, да? Спасибо, господин. Ты нам жизнь спас. Ну, понятно, да. Прими. Вот твоя плата. Еще доля того ублюдка, что нас заставил мертвых выкапывать. Давай. Ну, понятно, короче. Не, это по сценарию, по-любому. Это невозможно. О, военный пришел. Солдат. У меня два оружия сломанных. Реально? Не, по сценарию, другого варианта нет. Он просто... Они шли бесконечно. Бесконечно шли. Вообще, смотрите, видите, жизни не отнимается, да? Потому что оружие вообще не бьет. Давай. А вот нам сейчас, короче, надо идти и убивать монстра. Ладно, пофиг.
Как я понял, короче, мы не справились с заданием. Нам тот мужик сказал, что мы помогли его... кто там был? Кузен? Я не помню, кто там был. Что мы ему помогли, но в итоге его убили. Дальше все соберем и пойдем убивать монстра. Все собираем быстренько. Хорошо, смотрим. Нам нужно идти на зеленый знак, да? Это у нас миссия другая будет. Это у нас заказы. Что мы могли пройти в город? Где он там? Вот он. Ну поехали! Я не знаю, как мы будем убивать таким оружием сломанным. Наш другое оружие придется брать. А что делать? Починить мы не можем, нет у нас для этого материала. Поехали. Шевелись, плотва. Шевелись, шевелись. Так, надо было немного помедитировать. Это так далеко монстр нападает. Он отсюда идет. Лёль! Ни хрена у вас монстр. Тихо. Давайте помедитируем. Ну это, конечно, бред с сломанным оружием. А давайте глянем, сколько у него атака. Она уменьшилась. Рюкзак. Да вроде нет. А, минус 12, да, скорее всего. То есть атака уменьшается. Но я думаю, зелья такого нету, чтобы чинить оружие. О, мутагены можно делать. Прикольно, смотрите. Можно собрать маленький мутаген и сделать большой. О, а это интересно. У нас есть маленькие. Где-то были. Белый мед. Ну, пойдемте. У нас нету выбора, подчинить оружие мы не можем. Вот он монстр, да, он один, кстати, насколько я понимаю. Ничего здесь нет? Он не один. Там бафы у него. Ну ты что, дурак что ли? Больно? А, он колючки? Это все что ли? Да, реально, он с колючек весь. Ну, это как бы не тяжело, я бы сказал. Так, давай, чувак. А, вот загорелось говно. На, пес. Это он? Так, опять мутаген. У нас, по идее, уже 3 штуки должно быть. Но, я не знаю, есть ли смысл делать нам плюс 150 здоровья. А сколько у нас всего, по-моему, 3000 с чем-то, да? Или это была просто разминка? Это реально, это он и все, что ли? Ну давайте выпьем зелье. Эй, тихо-тихо, братиш. Тихо-тихо-тихо. На, псина. Как тебе, нормалек? Но он какой-то странный вообще. Не, это довольно легкий босс. Если можно назвать это боссом. На, пес. Изи-бризи. Все? Красный мутаген. Смотрите, это уже на оружие, как я понимаю. Хорошо. Или это еще не все? Это не все, это вообще был не он, да? Понятно, да, это был не он, вы прикиньте. Раны как от когтей, а здесь стрела, обломанная у самого тела. Мы просто осматриваем место. Ну хорошо. Все разграблено.
Или кто-то свистнул груз уже после нападения монстра, или наш монстр коллекционирует боеприпасы. Прикольная шутка. Следы когтей, тупых зубов. Здесь пировали трупоеды. Но они сбежались на все готовое. Следы когтей, тупых зубов. Следы когтей, пировали трупоеды. Здесь пировали трупоеды. Сбежались на все готовое. Сбежались на все готовое. Ну что ты прикалываешься надо мной, что ли? Ладно, давайте глянем, короче, мы подобрали красный мутазвон. Ой, мутаген. Смотрим, вот он красненький, плюс 5% силы атаки. Поэтому, естественно, это мы можем забрать, он бесполезен абсолютно. И кладем красный, а если мы найдем 3 красных, мы можем сделать большой красный, понимаете, да? Сейчас у нас атака 247. Опа, 266, нормалек. Пойдет. 266. А, у нас атака сейчас еще меньше, потому что еще оружие у нас поврежденное. То есть у нас было бы больше атаки. Следы когтей. Да заколебал ты уже. Здесь пировали трупоеды. Но они сбежались на все готовое. Ну давайте искать. Следы ног. Кто-то выжил. Или чудовище похоже на человека. Или это вообще был человек? Кто-то здесь не так. Пойду по следам. Ну пойдем его оскорбим, его родителей. Давай, пойдем. Мне кажется, или слева что-то лежит. Извините меня. Вот прям... типа чей-то трупик. Что-то сыкотно как-то стало немножко. А, здесь много трупиков. Ну, понятно. Так, подобрали рыбу. Не, у нас броня вообще шикарная стала. Просто шикарная. То мы не купили даже полный сет. Будет время, мы подумаем про сет. Может быть, будем собирать сет медведя. Я не знаю, честно. Это тяжелая броня, я хотел поиграть с легкой. Может, по дороге, сейчас мы играем, найдем сет легкой брони, рецепт. Ну, пойдемте. Сейчас будет драка по-любому. Здесь стоит осмотреться. А, ой, как вас здесь много. А, сука! Ты чё, ты пёс? Ну давай, псина. Да подожди, подожди, подождите. Не бейте сразу. Как всегда, выигрывает масса. Вас много, я один. Ну давай, пёс. Фига у меня здесь помутнение, видали? А что за говно я вообще пью? Потому что вообще оно не для этого нужно. Я его пью, пью. Что, у меня с камерой не то случилось? Ну ладно. Будем кушать сырое мясо. Вообще, первый раз вижу игру, где можно кушать сырое мясо и не травиться. Ой. Этот человек приговорен к смертной казни. Ну, это как обычно все пишут. Он наверху висит. Не знаю, чем это пишут. Пойдемте. Вроде я жив. Давайте помедитируем совсем немножечко. Все, хорошо. Но это были точно не они. Это не они там убивают всех. О, следы, следули. Сейчас будет, наверное, супербосс. Еще один шаг, и у тебя в башке будет лишняя дырка, да Ина. Чего ты тут ищешь? Я должен поговорить с твоим командиром. Я должен поговорить с твоим командиром по важному делу. Я тебе не верю. Я догадался, когда ты навел на меня лук. Ты все еще держишь меня на прицеле. Я не буду делать никаких глупостей, уверяю тебя. Тогда отдай мне оружие.
Ну, давай мечи. Сними их, и я отведу тебя к Вернусиэль. На это я не могу согласиться. Не хочу давать ему оружие. На это я не могу согласиться. Это твоя ошибка. Последняя, которую ты... Ха, давай! Драка, драка. Нет, оружие я никогда бы не отдал. Что за бред? Ну давай, псина. О, хорош, видал, да? Я опасен. О, вас так много-то. На, пес. Так, минус он. Ну, они слабые, они очень никакие. Такая музыка уматная. Как я понял, он на дереве сидит, тот самый мужик, да, он стреляет. Почему не попадаю вообще по ним? О, все загорели, ништяк. Вот он, 9 уровень. А, так это они все здесь находились, это вся банда. Вообще девушка. И чё, всё? А ну-ка, давайте мне свое оружие. Быстро дали оружие, сказал. Хорошо, что-то подбираем. И там еще был один где-то. Вот он, все. А, допустим. А, так все, мы прошли миссию, а мы-то думали, здесь будет какой-то монстр, убийца. А здесь какие-то щенки. Ну, в любом случае, нам надо попасть к кузнецу. Это в любом раскладе, так, хорошо. Сырое мясо можно заменить на что-нибудь такое, на рыбка. Печень волка. Ну-ка, сырое мясо, сколько оно дает нам? А вот она 5. Ну, давайте поменяем его на печень волка. Сюда вот поставим. Так, здесь у нас ничего интересного нету. О, печень чудовища. Почему нельзя его кушать? Я покушал печень чудовища. Вот у нас 3. Малый, малый. А, нет, это не 3, значит это 2 получается. Странно. А, то есть, получается, они по одному дают... По одному мутаген дают 50 здоровья, а когда мы объединяем, то дают нам сразу 150. Ладно, пошли дальше, не будем здесь останавливаться. Сделаем вот так вот и поспим немножко. Уже скоро ночь. Зачем нам ночью бегать? Пойдемте сдадим задание. Можно пойти было в эту деревню, ну ладно, побежали. Нам далеко бежать. Ну, как вы могли уже понять, да, не было никакого монстра. Были обычные люди. Подожди, пес. Че на меня нападаешь, псина? Все, я спас тебя. Можете выходить, я вам ничего не сделаю. Ты когда в последний раз ела? Неделю назад. Половинку жареной белки. А потом еще немного ягод. Я дам еды. Ну давайте. Возьми-ка. Поделись с остальными. Это нам? Правда? Вот спасибо. Вот вам тогда. За вашу доброту. Выполнили миссию. Это была довольно сложная миссия. Бахрама. Бахрама. Нам дали куклу. Ну, пускай будет кукла, разберем. Дали нам также книгу. Ну, ладно, поехали. Просто по дороге помогли кому-то. Потом сюда, возможно, мы вернемся еще. Это будет потом. Так, я бегу сюда вот, да? Ну, давайте поставим. Поставим. И побежали прям напролом. Давай. О-о-о, нет. Мы бежим сдавать миссию. Не буду я убивать волков, собак.
какие-то люди бегают. Так, вот, все, где-то мы здесь рядом уже, да? Иногда так повезет, что быстрее. Чертов, сколько шади десятой дороги. А что такое? Также нам надо еще там сдать миссию. Ну, наконец-то. Ну как, нашел чудовище? Не было никакого чудовища. На конвой нападали эльфы из отряда Скатаэлей. Возьми. Это их беличьи хвосты. Скатаэли, значит. А я-то думал, мы этих крыс всех до единой перебили. Что нелюди поумнели. Ну, значит, надо будет их вразуметь. Составим список длинноухих со всей округи. Повесят каждого десятого. Вот они и успокоятся. Ага, обязательно. Вижу, ты прямо как я рассуждаешь. Хороший ты мужик. На, вот тебе обещанное золото и грамота. Счастливого пути. Ну вот видите, можно договориться со всеми. Также там можно сдать задание. Где ты, мужик? Вот он. Господин. А, снова вы. Может, грамотку? Скидочки. Я убил чудовищ, но Шурин не выжил. А, Шурин. Я встретил твоего Шурина и расправился с чудовищами. Только вот Шурин твой не выжил. Что? Да вы что, надо мной издеваетесь? Забудьте о моем предложении. Для вас это уже не актуально. Пойдете со мной, корешки собирать. Задание провалено. Ну вот о чем я говорил. Я не знаю, как его можно было выполнить, я без понятия. В любом случае, у нас уже есть грамота. Я ничего не... Стоять! Прохода нет! Ты чё? Мост закрыт! Почему? Потому что король Родовит так сказал. Без грамоты никого пропускать не велено. А? А я скарифанился со стражей, понимаешь, да? Карифан? Стража, карифан, стража. У меня есть грамота. Так вышло, что грамота у меня есть. Да ну. Дай-ка посмотрю. Похоже, не поддельная, но поди знай. Да ладно, проходи. 3 фунтами стали. Все, я готов. Отлично. Куда летишь? Ну что ж, я надеюсь, здесь будет у нас кузнец. Или опять не будет. Также у нас здесь есть телепорт, это очень удобно. А кузнец-то будет? Нет, чуваки. Здесь же можно воровать, как я понимаю. У меня грамота есть, я могу воровать все. Что такое вообще за дом? Мы сюда можем залезть. Ну, пойдемте дальше, посмотрим. Очень много всего, очень много деревьев, веток. Так. Это другой проход, правильно? А, это, кстати, бутылка воды, хорошая тема. Очень много регенерации здоровья. Это взять нельзя. Ну ладно. Непонятно, зачем я сюда вообще пришел. Где? Почему кузнецов-то нету вообще на этой карте? Попробуем теперь другую сторону. Здесь тоже есть проход, правильно я понимаю? А что не открывается? Странно. Ну ладно. Стоп, а где вообще все люди? Где что-то? Похоже, блин, дождь собирается. Похоже, дождь собирается, ну да. Ой, я упал, нет?
Приходи. Хорош. Приходи. Иди, откуда пришел. Я же не понимаю, что за бред. Это просто тупо перевал. Приграничный пост. Так, здесь мы были. Здесь у нас задание. Ладно. Нам нужен кузнец, поэтому мы сделаем таким вот образом. Не шали. Вот, сука. Мы сейчас быстренько сбегаем в старый город наш. Бесполезнейший город. Перевал. Я думаю, здесь хоть что-то будет. А? Можно сделать пока вот таким вот образом. У нас много денег, да? Давайте мы сбегаем в наш старый город. Поднимемся наверх. Вот сюда вот. Белый сад называется. Вот. Можно сходить или вот сюда вот, или сюда. Здесь он делает нам броню. Ну, давайте сюда сходим. Все починим. Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изи. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого пути. Я видел тебя в Изиль. А, вернулись в наше старое доброе место. Здесь мы уже были. Ну, посмотрим, что у него есть на продаже. Починим, само собой, все оружие. Вы шпионить или по делу? Покажи мне свой товар. Починить. Так, чиним это оружие. О, как дорого. Вот, можно извлекать улучшение. Это хорошо, кстати, молодцы. Да я понял, так понятно все. А, разобрать. Ну давайте посмотрим. Сначала продадим всю эту чушь. Топорик. Может, мы зря его продали? Ну ладно, посмотрим. И теперь давайте посмотрим, что можно сделать. У нас есть ремесло. А, купить мы у него ничего не можем. Ничего интересного у него нет. Одна фигня. Ничего полезного нет. Воск. Вот только ремонтный набор, но уже смысла нету. Он может... А, он только оружие делает, что ли? Он делает только оружие. Хорошо, сделаем это таким образом. Все. Он нам больше не нужен. Сейчас сходим еще в один город. Сходим в один город. И там мы купим, короче, себе... оставшиеся доспехи. Здесь, кстати, можно было баф использовать, ну ладно. Давай, давай, беги. Стой! Да хранят тебя боги! Да, да, да. Здесь можно использовать доспехи. А это что такое? О, а почему его не видели? Это задание. Давайте сходим. Мы будем выполнять все задания. О чем вы говорите? О чем? Странно, странно, странно. Пропустили задание. А, все, здесь стоит мужик, он продает вещи. Правильно? Правильно. Приветствую. Дай-ка взглянуть. Нам нужно купить. Это у нас есть. Перчатки и ботинки. Отлично. Тебе мы еще продавать не будем. Ну, ничего больше интересного нету. Оседлать лошадь. А, энергия, тревога лошади. Бутылка воды очень дорогая. У него есть карта, да? Ну, давайте купим карту. Мы будем покупать все карты. Но она слабенькая карта, слабенькая. Береги себя. Отлично. Так, одеваем сет.
Вот, ну сейчас атака у нас 283, серебряное оружие, защита 78, 81, 89. Ну вот шикарнейший сет, шикарнейший. Хотя я там продал сет, да? Ой, не сет, а эту куртку, она, мне кажется, была лучше. Быстренько глянем в это место. Если никто карты не продает. Что? Странный ты мужик, да неплохо, и сразу видно. Не, не продает. Ладно, пойдемте новое задание выполнять. Откуда вообще появилась эта миссия, я не знаю. Так, быстренько помедитируем. Вроде ее не было на карте. Здесь еще очень много неизведанных мест. Ха, прямо на скамейке медитировал. Все, у нас отличная броня, отличное оружие. Здесь мы уже все брали. Я не знаю, зачем она появляется. Зачем? Логика. Подождите, а может это и есть миссия? Странно. Что? Что ты сказал? Кто тебя этому научил? Очень странно. Так, в этой миссии мы, короче, помогли, спасли мужика. Но мы его не спасли, он умер, но помогли ему в любом случае. Помогли защититься от монстров. Потом нашли типа огромного монстра. Собрали сет. Ключ потеряла, бабуся? Нет, сковородку. Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах и вошел как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он, должно быть, меня приметил, потому как гляжу, а он ко мне идет. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает: нет ли у тебя, бабушка, березовых коры, ягод черемухи или хотя бы несколько угольков? Нет, говорю. А вы, должно быть, на голову упали, чтобы по ночам такие глупости у людей выспрашивать. Только вижу, что он совсем меня не слушает. А все на сковородку пялится, как сорока на ложку. Одолжи, говорит бабушка, отдам с утра. Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала. И правда захватывающая история. Захватывающая история. Надеюсь, она скоро закончится. Под утро в дом приехал еще кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела и его, и мою сковородку. Она старая была, черная от сажи. Потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету. Может, ты мне подсобишь, золотенький? Принесешь сковородку бабушке? Сама-то я эту дверь не открою. А по правде сказать, идти туда боязно. Потому как из-за двери такой смрад бьет, что я думаю, тот второй, он, должно быть, там лежать и остался. Конечно, мы поможем девушке. Ой, бабушке. Заказа на сковородку у меня еще не было. Ладно, схожу поищу. Лучше подожди здесь, на всякий случай. Подождите. Так, ну пойдемте посмотрим, что там у нас. Нашел я сундучок. Так, он нам вроде нужен был. Этот доспех, ну потом посмотрим. Нам нужно сделать, попробовать доспехи медведя. Медвежьи доспехи, да? Но там для этого нужен каждый элемент сета. А я вообще ни разу в игре не видел такой элемент медвежий. Понятно, откуда запах. Значит, лежит на полу. Треснувший манок. Интересно,
Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего. Удушен, горотой. Остальное старые шрамы, как у солдата. А вот когда я... Удушен, горотой. Я понял. Остальное старые шрамы, как у солдата. Ну что, нашел сковородку? Так, меч, хорошо. Рецепт нашли, отлично. Вот сковорода. Да подожди. Ты идиот? Ты полку мне возьми. Понятно. Какие-то документы сожжены почти дотла. Но некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. Здесь бесценная сковорода. Только отдраенная дочисто. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сара. Чтобы сделать тушь и написать письма. Ну что, нашел сковородку? Во, все, я смог осмотреть. С горя пополам. Ну все, мы нашли сковородку, еще какие-то письма. Сейчас мы их прочитаем обязательно. Может, какое-то новое задание появится. Так, это все у нас свечки, да? Да. Это дверь у нас, которой уже нет. Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А тот второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтобы трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую. Не говорите об этом деле нильфгаардцам. Погоди, погоди. Тебе кое-что в благодарность причитается. Возьми, сыночек. На дорогу. Ах, поджарю-ка я себе на ужин сига. Ну что ж, выполнили мы задание, отлично. Нам дали какие-то плюшки. Дали, скорее всего, какие-то фрукты и овощи. Это хорошо, нам нужны они. Давайте быстренько посмотрим. Мы нашли какие-то страницы сожженные. Вот они. Все, я прочитал, я очень быстро читаю. Нашли много еды, нам дали еды. Всякие слитки нашли. Как много мутагена, посмотрите на это. Здесь мы нашли монокль. Зачем он нужен, я не знаю. У нас еще эта фигня есть, белый хвост. Еще ключ остался, который мы нашли тогда. Ну ладно, давайте мы на этом месте закончим. Мы выполнили множество миссий, это очень хорошо. Здесь какой-то монстр рядом находится, подождите секундочку. А, это волк. Эй, пес. Ну, видите, они уже нас не пробивают. Да я понял, понял. Фу! Все, убили мы волков, все у нас хорошо, он еще один бежит. Давайте убьем и закончим на этом месте. А где мой огонь? Странно, ну ладно. Это была это смертельная атака. Но мясо нам тоже нужно. Это мясо нас однажды спасло. Я его кушал очень много. Все, всем спасибо за просмотр.